входящее сообщение. Капитан, вице-адмирал Стуков проинформировал меня о вашей миссии на Браксисе. Я благодарю вас за столь удачное начало нашей кампании. Наши тактические группы расшифровали информацию о сетях. Однако наша работа еще не закончена. Мы установили местоположение верфи Деларион. Эти верфи служат как ремонтные и заправочные. Также там стоит много боевых крейсеров в сухих доках. Вы должны напасть на верфи и угнать столько судов, сколько возможно. Вы должны быть предельно осторожны, выполняя это задание. Команда Доминиона может заново укрепить свои отдаленные базы за 16 стандартных часов. А, ренегат. Я полагаю, вы хорошо продумали операцию, на которую посылаете Дюрана и капитана. Конечно. Сказывается ваш возраст, Жерар. Дайте мальчику шанс. Он обеспечит нам первый удар. Как бы он ни был полезен, Алексей, для меня он навсегда останется предателем. А ты знаешь, что предателю нельзя доверять. Капитан, начинайте операцию, когда будете готовы. Как только вы захватите крейсеры, будьте готовы отразить атаки частей подкрепления Доминиона, которые ожидаются вскоре. О боже, Стуков, что с твоим голосом? Ну ладно, не будем обращать внимания, переводчики могли ошибаться, и да, и последнюю фразу нам говорил Стуков. Собственно, всем привет, с вами, как всегда, Дезертир, и мы продолжаем прохождение кампании протосов. Почему протосов? Тиранов. Как только ваши войска приземлятся, капитан, вам надо будет проводить пилотов к крейсерам. Тогда они приведут их к нам. Ну что ж, давайте этим займемся, раз Алексашка нам так сказал. Итак, слушайте, у каждой команды будет санитар на случай ранений. Но это не значит, что вы не должны быть осторожны. Держитесь. Окей, леди. Будем держаться. Требуется врачебная помощь. Раз леди в нас верят, значит мы выживем. И честно говоря, леди здесь довольно читерные. Просто посмотрите, насколько у них быстрый и дикий здесь отхил. Вам не кажется, что это слишком жестоко? В плане отхила. Так. Ну и дорога. Что ж, давайте атаковать. Вроде по всем палить можем. Отлично. Итого уже наверх можем проводить спокойно одного. Боже, какой же хороший голос был у пилотов, я его так обожал. Эй, там! Я тут! Эй, там! Слушаю! Пусть все будет как есть! Охрененный голос, серьезно. Не знаю, я его, ребят, обожал, серьезно. Но он просто офигеннейший. Ну и эпичнейший голос. Замечательно. Я тут, я пошел, ладно. Нет проблем. Ага. Знаете, он мне чем-то напоминает Петьку из Василий Иванович. Петик и Василий Иванович. Ну ладно, еще один отправился. Молот. Еще один молот здесь остался. Слушаю.
Замечательно. Нам выдали с вами друзей. Нам выдали с вами медиков. У них есть восстановление, у них есть оптическая вспышка и лечение. И нам бы в идеале надо как-то их всех объединить. Подсветим ли мы танки, которые стоят вот здесь? К сожалению, мы их не подсвечиваем. Одного медика пускать туда довольно опасно. Что ж, давайте сделаем вот так. Поставим нашего друга. Ага, мы здесь видим, да, танк? Хорошо. Пройдем вот сюда. Желательно даже всеми призраками. Почему бы нет? Так, хотя одного придется оставить здесь. Обязательно. А вот этих двух мы под стелсом проведем к нашим друзьям. Как только они дойдут, мы сможем нормально функционировать и так далее. Я вот не помню, цепляет ли вот здесь нас танк, но мы его, по-моему, не видим, да. Он нас не цепляет, и мы его там не видим. Заводим сюда наверх наших друзей и делаем вот такую штуку. Ба-ба! И отключаем быстренько. Раскрыться, ребята. Быстро, быстро, быстро пробегаем. Сэр, разрешите, я взорву этот танк оптической вспышкой. Ты вот прям вот хочешь его взорвать, пошел, да? Ясное дело, я пошел. Так, теперь. И ты берешь. Хоп. Убивать мы их будем очень долго, поэтому это бесполезно. Но мы можем пройти вот сюда. И это так нормально работает. Хорошо. Если головка болит, то все плохо. Так. Здесь у нас последний призрак. К сожалению, он никак не подсветит нам никого. Зато вот этот подсветить может. Так. По идее, медиков здесь не тронут. Сейчас мы сделаем вот так, смотрите. Он все еще под инвизом. Этот сейчас в инвиз войдет. Подсветит нам танк, по идее. Или не подсветит, окей. А то здесь как-то придется проходить. Придется пожертвовать одним. Придется им пожертвовать. Где болит? Что случилось? Нет проблем. Ясное дело. Нет проблем. Садись, садись, садись. Отлично. Слушаю. Нет проблем. Теперь остался один. Слушаю. Нет проблем. Я пошел. Что, тебе так призрак мешает, что ли? Нифига ты, блин. Ага. Нет проблем. Давай, залезай внутрь. Если головка болит, я тут как тут. Сэр, бункеры готовы. Мы имеем 4 ядерные боеголовки. Ожидаем ваших приказов. Хм. Круто. У нас есть 4 ядерки. Это просто замечательно. Слушаю. Берем призрака. В инвиз. Выходим из инвиза, потому что видим, что здесь никого особо нет. Тем более вот эта гадость нас видит. Так, и давайте мы с вами попробуем ударить вот сюда.
в инвиз и... Пущай ядерку, пожалуйста! Спасибо, пожалуйста! Сейчас вот это все рванет. По идее, цепанет вот эти бункеры тоже. Кабум! Но, к сожалению, нас убило. К сожалению, ядерным взрывом нас убило. Это не... Это не очень хорошо. Вот это как-то пошло не очень хорошо. Очень плохо. Надо быть поаккуратней. Инвиз против них не работает. А рейдж у танков больно дикий. Воу. Потише, пожалуйста. Да ладно. Серьезно? И он отсюда прям не уходит совсем, да? Блин. Я не помню, как ее уже проходить нормально. Но рейндж у них дичайший. Просто дичайший. Как и Вижен. Я тут. Порядок. Как и Вижен. Слушаю. Нет проблем. Ладно. Порядок. Все чисто. Требуется врачебная помощь. Это всего лишь моя. Все чисто. Где болит? Это всего лишь моя. Без остановок. Я разберусь. Рок-н-ролл, только скажи. Где болит? Я пошел. Я разберусь. Так, на краешек, пожалуйста. Долбайте, ребята. Где болит? Отлично. Если головка болит, то она тут как тут. Это, конечно, хорошо, но... Только нету у нас больше... Ясное дело. ...наших ребят. Призраков не пришлете еще, не? Я тут, ясное дело. Мне бы пригодились. Может, мне кто-нибудь заплатит? Чуть-чуть. А, блин. Я лоханулся, я вспомнил. Что случилось? Я вспомнил, как это работает. Надо было вот эту вынести, потом вот эту вынести. Я посылаю вам несколько дронов. Опытные специалисты, капитан. Идите. Ладно. Ничего страшного, что мы здесь не взяли весь флот, но... Окей. Я тут. Теперь наша задача аккуратно провести вот этих ребят. Окей. Где болит? Ну то ж, как говорится, мой косяк был. Я ушел.
Здесь есть несколько призраков, у меня здесь пару маринов. Что мне надо сделать? Это уничтожить пару танков. Ждем раздупления наших танков. К сожалению, раздупляться о них будет долго. Куда? Дебилы? Дегенераты, вы чё? А вон у нас и танк. Так, ребят, давайте вы будете стоять на удержании. Пошел он на нас. А мы тем временем сейчас пойдем на него. Минус один танчик. Так, можем провести одного сюда. Замечательно. Ну, естественно, она здесь никак не пройдет. Пробуем вперед танк. И вот дальше мы уже немножечко одни. По крайней мере, что касается в танковом плане. Зато как долбанем сейчас. Отлично. Складываемся. Это было жестоко, только вот откуда я не успел увидеть, где стоял их танк. Не сомневайся. Да, сэр. Не сомневайся. Ладненько. Что случилось? Ага, ладно. Проводим, ребят, вот сюда. Одного из них проводим, по идее, сразу вот сюда. Просто потому что можем. Остальными в инвизике пробираемся вот сюда. Как-то это дико хреново работает, ну ладно. Ауч. Давайте вы будете идти вот сюда, а? Идиоты. Удержание позиции, нам надо эту фигню раздолбать, если честно. Подбеги. Отлично.
чуть-чуть осталось. Слушаю. Зато можем сюда подвозить. Там, насколько я помню, ничего нету опасного. И сейчас пойдем вот сюда разбираться, но мне нужно для этого снайпер хотя бы с небольшим количеством энергии. Дабы врубить инвиз. Смотри, что здесь есть. Все понятно, что здесь есть. Здесь есть бункер, который будет простреливать вот эту точку, но если мы запустим сюда наши танки, то ничего он не прострелит. А танки мы туда запустить, по-моему, не можем. Зато мы можем сделать танки вот сюда. Спустить их. Пройти туда аккуратненько нашим веселым инвизником. Подсветить танком. Встать вот здесь. Разложиться. И раздолбать к чертям бункер. Тем временем проведя вот сюда рабочего. Точнее, не рабочего, но вы поняли. Замечательно. Бам. Может, мне кто-нибудь заплатит? Требуется врачебная помощь. Что случилось? На мой взгляд, просто великолепно. Эй, там. Ага. Что ж. Как-то так миссия и выполняется. Крейсер работает. Отлично. Что я могу сказать? Давайте. Идем дальше. Просвечиваем. Видим там впереди танки. А, этот танк я должен буду вырубить. Ага. Вон оно как, да? Чтобы мне провести к этому, надо было бы провести бы сюда. Но сюда мы никак не проведем. Ладно, сейчас сообразим. Давайте пока танки мы сложим. Проведем их, по-моему, вот сюда. Возьмем нашего лучшего юнита. Поймем, что нам ни хрена не хватает энергии. А, оптическая вспышка может уничтожить этот танк, но проблема в том, что медика уничтожит, скорее всего, раньше, потому что у нас находится танк здесь и находится танк здесь. Ну ладно. О, вот об этом я и говорил. Вот об этом я и говорил. Ай-яй-яй. Дебилы, стойте, 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 стой, стой, стой. Куда вы все рванули-то, идиоты, дегенераты? Психотошные. Блин, не рассчитала, конечно. По блокировке. Ведь оно убьет. Смотрите, 25 стоит. И сотня. Мне нужно дождаться 25. Энергии. Даже больше нет. Мне где-то нужно дождаться 30 энергии. Иначе мой план не сработает так, как надо. Меня просто убьют раньше. В чем проблема? На самом деле. Тридцать. Так, это на L врубается, это на C. Поехали. Врубить. Вырубить. Взять танки. Быстренько вот сюда. Разложиться танком. Убрать скрытность. Отлично. Теперь, где у нас один из... Я тут, я пошел. Давай, давай. Мне и нужно, чтобы ты туда дошел. Эй, там, я пошел. Его, по идее, не убьют, а вот последнего убить могут, на самом деле. Из остановок. Рок-н-ролл. А последнего мы попробуем эй, провести там, в наглую. Ясное дело, я пошел. Нет проблем. Еще один крейсер готов. Отлично. Что мы можем? Воу-воу-воу-воу-воу. Это плохая идея. Если головка болит, я тут как тут. То, что они автоматически хилят, это, конечно, хорошо. Да,
Но то, что они это делают как-то через жопу левой ручкой, это плохо. Этот танк надо уничтожить как-то. Пока не ясно как, но надо обязательно. Для этого нужно, скорее всего, 125 энергии. Давайте опять я подожду, но включу уже тогда, когда я дождусь этого момента. Ну что ж, настал момент, когда я снова набрал нужное количество энергии, и возможно у меня сейчас получится сделать все правильно, не так, как я сделал в прошлый раз, и даже не покоцать собственного юнита. Потому что, ну уж очень не хотелось бы его покоцать. Не судьба. Не сомневайся. Хотя бы раз успей выстрелить, пожалуйста. Есть! Все из-за вот этой порядок. Твари, если головка болит, я тут как тут. Которая висит вот здесь вот. Ну и дорога. Все чисто. Все чисто. Если головка болит, я тут как тут. Это всего лишь моя работа. Все чисто. Требуется. Бегом. Начальная помощь. Это всего лишь моя работа. Я тут. Ха! Должно быть подкрепление, о котором нас предупреждал Дюран. Капитан, готовьте наш новый флот к битве. Да без проблем. От меня не уйдут. Так и будет. Приступаю. Я как бы приготовил флот, дальше-то что, 19 секунд. Следую к цели. 15, 14, 13, 12, 10, 11. Приступаю. От меня не уйдут. Приступаю. Капитан, нас приветствует флагманское судно Доминиона. Нарад 3. Ну и? Я не знаю, кто вы такие, откуда, и предлагаю убираться обратно. Сейчас же. Я генерал Эдмонд Дюк. И от имени императора Мэнкса я приказываю вам сдаться немедленно и безоговорочно. А, генерал Дюк, я ожидал вашего прибытия. Вам следовало бы знать, что мы не из вашей гвардии, а представляем объединенное земное управление. Земное управление? Вы хотите сказать, что прибыли с Земли? Так точно, генерал. Мы здесь для того, чтобы взять контроль над этим сектором для улучшения жизни людей. Только через мой труд. Не наплевать, откуда ты, сынок, никто тут не смеет шляться, кроме меня. Солдаты, огонь по желанию. Нагловато на самом деле, ну ладно. Помедленнее. Дайте курс. Следую к цели. Так и все ж, у нас здесь летят еще корабли. Замечательно. Зря вы начали огонь против меня, ребята. Победа! Всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Дезертир. Пока-пока!